Теперь бизнесу станет проще исправлять ошибки, которые были допущены при работе с контрольно-кассовой техникой. Организации индивидуальные предприниматели, которые, например, применяли кассы с нарушениями, смогут избежать административной ответственности. С 31 июля нужно всего лишь направить в налоговую службу кассовый чек коррекции. Таким образом, будет считаться, что ошибка исправлена и административного наказания не последует. Если индивидуальный предприниматель либо организация применяет контрольно-кассовую технику с нарушениями, либо не выдает чек, но в этот момент выявляет самостоятельно эти нарушения и направляет чек коррекции в налоговые органы, эта организация, индивидуальный предприниматель, освобождается от административной ответственности. За нарушение норм законодательства о применении кассовых аппаратов предусмотрена серьезная административная ответственность. Индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму от 1/4 до 1/2 суммы размера без применения контрольной кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей. А юридические лица вплоть до полного размера без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей. Управление Федеральной налоговой службы рекомендует жителям города Рязани сообщать обо всех случаях неприменения кассового аппарата по телефону горячей линии 24 28 86. Максим Яковлев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».